предмет и методы дисциплины бухгалтерских учетов. План. Предметы и объекты бухгалтерского учета и методы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как наука имеет свой предмет и метод. Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского учета позволяет установить его содержание и отличие от других предметов. Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде выступает в хозяйственной деятельности предприятий с точки зрения системы учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятий. Хозяйственные средства любого предприятия можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, состав имущества, из каких видов состоят средства, с другой, за счет каких источников это имущество приобреталось и сформировалось. Метод бухгалтерского учета – это способ познания и отражения предмета бухгалтерского учета, сдачи бухгалтерского счета, решается посредством использования различных способов и приемов. Совокупность этих приемов и называется методом бухгалтерского учета. Способом и приемом изучения и регистрации информации об объектах бухгалтерского учета относятся наблюдение за объектами учета, измерение объектов учета в денежном выражении, группировка и отражение хозяйственных операций, обобщение информации о результатах хозяйственной деятельности. Документирование всех хозяйственных операций, проводимые организации, должны оформляться оправдательными документами, включая в себя обработку и движение первичных документов с сдачей их в архив. Инвентаризация – средство контроля за сохраненностью имущества предприятия, проверка соответствия фактических наличий имущества данным бухгалтерского учета и полноты отражения в учете обязательств. Оценка денежного выражения, имущества и обязательства иных фактов хозяйственных деятельности осуществляет путем суммирования фактически производственных расходов. Калькуляция служит основной для определения себестоимости единиц продукции, а также для определения средних издержек производства. Счет предназначен для группировки и текущего учета однородных хозяйственных операций. Двойной запись – способ регистрации хозяйственных операций на счет бухгалтерского учета. Состоит в том, что сумма каждого хозяйственного операции одновременно записывается в дебет одного счета и в кредит другого. Баланс – способ обобщения и группировки хозяйственных средств, предприятий и их источников на конкретных момент времени в денежном выражении. Бухгалтерский отчетность – система показательная, отражающая имущественное и финансовое положение, организация, определенную дату, финансовые результаты, деятельность организации за отчетный период. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. Спасибо за внимание.